Пока точно сказать не могу. А что, 5 челлендж какой-то прицел? Да, нужно было натанковать, ну точнее, за каждую единицу натанкованного урона 1 рубль. Вот. Но при этом весь натанкованный урон будет считаться, если у меня будет больше 5000. Боже, Рон, огромное спасибо. Это просто так дохрена. Это так дохрена. Респект тебе за этот челлендж. Просто респект. Это очень интересно. Просто делает стримы. Ну, реально. Просто делает стримы. Так, что тут? Опять затерянный город? Хорошо, хорошо. Игра меня проверяет. Научился я чему-нибудь или нет? Мы вперед сейчас не поедем. На первых таймингах. Может быть, попозже. Пока не знаю, кстати, по поводу твинка. У меня очень много есть... тачек, которые я хотел бы сейчас себе, которые я очень хотел бы покатать. Это Маус, это Бадгер, это ВЗ-55, кстати. Но это уже на твинке, да. Но если мы говорим именно про основу, то это Маус, Бадгер. Что там еще? Что еще хотел-то? Я забыл. Блин, я забыл. Короче, там еще какие-то танки есть, но я их не могу почему-то вспомнить. Отлично. Прикиньте, вот тут натанкованный сделать. Ой, как хорошо залетает. Рон завозит лютый контент. Просто лютый, это правда. Так, я вас понял, чуваки. Давайте-ка я все-таки посейвлю свой танчик. Сто процентов у меня есть на 60 тп. Я просто хочу прям на большинстве танков добить 100%, которые у меня есть. А ты на алкаше 100% взял? Нет. Ну, алкаш это такая дрянь. Вот как он так успевает? Вот что это за гений? Ну, реально. Какого хрена? О, каток это хорошо. Ясно, там уже рельефы. Все ясно. Бадгер стоит брать? Да, Бадгер хорош. Ну я вам покажу, вы офигеете, насколько это жесткий танк. Я постараюсь сделать красоту. На Бадгере. Ну, 1005 точно, я надеюсь, сделаю. 5200, может быть. Попадаю. Обидненько. Отлично. Даже под таким углом рубочка пробивается. Это хорошо. Хорош. Лучший, бро. Поздновато я выстрелил. Там его в крышку можно... Боже. Его в крышку можно пробить. О, вот это ты зря, наверное, брат, делаешь. Ну, ИС-4 это просто титан. Куда, в НЛД? Нет, в щеку смотрел. Я буду с тобой размениваться, брат. Можно мне помочь? Я тебя прикрою. Ха-ха! Поиграл! Поиграл! Все, наигрался, пацан. Наигрался. Все, парень наигрался. На С4 на своем. Гений. Боже, захотел против клумбы поиграть. Ты что, чел? Против клумбы. Клумбаси, клумбиньо, клумбидзе, клумбанидзе, клумбиридзе. Ты чё, куда? На кого ты лезешь, брат? Это, конечно, да.
Опа, иди ж ты сюда. Все, 9 снарядов, кстати, осталось. Маловато. Что тут у нас? Ой, тут парень стоит. Идеально успел досвестись. Короче, пофиг, поехали. Я как КД шнула 87, можем успеть, в принципе, и дать одну тыку. А что ты боишься? Наш КД. Так Яга же КД! Все. Яга же КД, братан. Я надо убивать. Ой. Боже, как же я ошибся сейчас. Круто. Очень-очень круто. Я так понял, бат уже где-то вон там вот катается. Судя по всему, арта стреляла вот оттуда, судя по звуку. Ну, у них остались более-менее быстрые танки все. Это не очень хорошо. Как бы ловить их такое себе. Все же. Найс, успел. Ты же убьешь? Ты Нейч, хорош, молодец. Теперь футурчика можно попробовать найти. Опа. Какие люди? Что, 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 что ты хочешь? Под калибером? Стоп, ты хочешь под калибером меня пробить? Я не понимаю. Что он хочет? Он меня хочет под калибером пробить? Или я что-то неправильно понял? А, даже так? Но он меня хотел под калибером пробить. Так, а сколько 804-го? Ах, тебе ладно, тут уже не будет, короче, медальки. Колобанова там, вот это вот все темы. Блин, там у бата дофига хп, по идее. Бат со спины заедет, по-любому. У меня снарядов нет! Твою мать! У меня просто нет снарядов. 8000 урона. Охренеть. И у меня нет снарядов. Но я бы бату фугас пристроил бы. Кстати, 3 отметочки есть. Что? Какие нахрен 135? Ну, обидно. Давай, может, таранчиком. А, ну слушайте, неплохо я так-то рано ему снял. Да... Да что происходит, господи, Футур, ты что такой отбитый? Ай, 8800, 9400 суммы, ну это как бы норм. Это как бы норм, но у меня снарядов нет, у меня боекомплект пуст. И у Футура еще куча хп, это просто десятка могла бы быть. Абсолютно спокойно.
ПВП заряда в начале. Ну так ты же не знаешь, что будет потом, естественно. Естественно, если бы я знал, что у меня будет такой бой, то я бы не стрелял по ЛТ. Го, закроем его. Сейчас нужно будет максимально танковать его. Лошок. Оп, что, что, что? База захвачена. Красота. Три отметочки, ну мне бой хороший. Бой красивый получился. Красота. Вся грудь в орденах, как говорится. Дед, значит, грудь в орденах. Все. 5500 за 16 боев есть. Отлично. Не знаю, вроде у меня ничего не поменялось. Да, кстати, друзья, завтра мы катаем турнир от Near You и Evil Granny вместе с Барбарином и Романсом. Вот как раз таки вот он, модератор, сидит. Так что вроде бы в 16 мы стартуем, всех жду. Стрим будет, по идее, долгий. Вот, ну, думаю, нормально отыграем турик. Я надеюсь, по крайней мере. Посмотрим, что из этого выйдет. Утром будет ли стрим или нет, не знаю. Вот, но... Эмоций не хватает на стриме. У тебя все слишком ровно идет. У тебя слишком ровно идет. У тебя слишком ровно идет. У тебя. Я думаю, ты так хотел это продолжить. Ну, блин, смотри, если тебе все-таки не нравится, то ты можешь, ну, не смотреть. Вот, ты можешь пойти посмотреть. Ладно, нет, я ничего не буду говорить. Просто можешь кого-нибудь другого посмотреть. Кто кричит, кто орет. Вот, смотри их. Меня не надо смотреть, если тебе не нравится мой контент. Ром, так я ж, ты же видишь все на стриме. 5181 за 30 боев. Тут никого нет. Да ё-моё. Я очень надеюсь, что у них Тай-5 поехал вот сюда вот. Всё-таки на центр. Всё, поехали, я рискую. Посмотрим, будет ли риск мой оправдан. Так, ну он стреляет по мне.
еще и СТРВ там, это хорошо. Найс. Все, это супер важный шот был. Прям супер важный. Мы его сделали, теперь можно развлекаться с теми пацанами. Я надеюсь. Не, ну СТРВ меня бесит. Че, никак ее нельзя убить? Понятно. Ой, как мне против него играть? Против чела на СТРВ. Вот как? И он еще и не светится. Ну, ё-моё. Но это же нечестно. Я же не стрелял в этот треугольник. Я стрелял нормально. Ты типа бессмертный? Или как? Я еще не попадаю. У меня сейчас снаряды закончатся. Такими темпами. Тупо настрел по ботам. Нельзя промахиваться. А СТРВ не будет стрелять, потому что он меня не пробьет. Если он не будет стрелять, то он не будет светиться. Классно СТРВ придумал. Охренеть. Тише. Тише, тише, тише. Вопрос, где ты 30? Не, ну ты на СТРВ меня дико достал. Ты мне мешаешь разваривать кабину, брат. Это уже лучше. Ты можешь от меня отстать когда-нибудь? Понял, не может. Так, где это НХ? Может, он все-таки за мной поехал? А, он там, боже, ну и нафига. Понятно. Ну где ты? Вот оно. Долгожданное противостояние. Да ну, как я тебя не пробил?
Пожалуйста. Не бери базу. Спасибо. Двести сорок, нет, ну какой 240? Все, слава богу, какой, блин, 240, твою мать. Нормальный такой бой. Нормальный, почти десяточка. 5300 за 31 бой. Ну что, ластовую катурю, друзья?